Ульяновск уже в четвертый раз встречает более 600 спортсменов из 48 субъектов Российской Федерации. Кикбоксинг – один из самых популярных видов спорта в России. Только в Ульяновской области, по официальным данным, им занимается более 4000 человек. Лучших из лучших, самых сильнейших выбирают сразу по нескольким категориям. Full контакт, light контакт, point fighting, сольные композиции. Мерились силами сразу во всех дисциплинах кикбоксинга на протяжении 3 дней. От Ульяновской области 60 спортсменов, 5 из них стали чемпионами. Это мировой уровень, лучше даже, намного лучше, что вот я был на чемпионате Европы, чемпионате мира боксировал, а что дворец спорта, это однозначно намного выше то, что это самое проводилось в Словении, чемпионат Европы. Уровень чемпионата оценили и спортсмены, и зрители. Последних было мало. Из-за мер предосторожности на трибуны сумели попасть не все желающие. За пределами ринга пока идет главный бой с вирусом. Четко отрабатывали с Роспотребнадзором, учитывая все требования, все условия выполнялись в норме. Были шероховатости, но мы их сразу же начали исправлять. И по итогу мы получили право проведения этого чемпионата. 616 участников. Такого еще не было у нас в Российской Федерации. То есть мы первые, кто проводит такого уровня. На самом деле мы все с каждым годом все лучше и лучше. Значит, проводим мероприятия. Вот сегодня вы видите, мы гала-финал даже. В условиях пандемии все нормы соблюдаются. Все у нас проводится на высшем уровне. И гала-финал даже мы с вами, вот вы видите, проводим без проблем. Последний крайний 2 минуты выиграли. 3-0. Все уверен. Целеустремленность и рвение к победе – то, что помогает достигать результата ульяновской спортсменке Кристине Сандрикиной. Единоборствами девушка увлеклась в 11 лет, в кикбоксинге – 4 года. Но уже покоряет ринги, выбивает одну победу за другой. Красный угол ринга! Кристина Сандрикина! Чемпионка 2020-го, мисс кикбоксинг 2019. На победу Кристина настраивает себя сама. Я считаю, что все в голове. Как ты настроишь себя, так и будет. И сейчас уже второй чемпионат, ко мне приходит огромная уверенность. То есть я выхожу на бой, и я точно знаю, что я выиграю. И, наверное, вот это мне очень хорошо помогает, потому что о проигрыше, о поражении не думаю абсолютно. Я думаю только о победе. Ну и настраиваюсь, естественно, на нее. Кубок в руках – не повод расслабляться и отдыхать. Следующая цель – чемпионат Европы. И чтобы выбить победу там, придется много трудиться на ежедневных тренировках. Маргарита Мутишинская, Юрий Давыдов, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.